Всех приветствую на моем канале, с вами юридические новости. Если вы желаете поддержать мой канал, ссылка в описании. Вопрос. Что делать, если заболел во время отпуска? Если вы заболели в отпуске, все равно можете открыть больничный. В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случае временной нетрудоспособности работника. Отпуск продлевается или переносится на то количество дней, которые совпали с ежегодным оплачиваемым отпуском. Если во время ежегодного оплачиваемого отпуска заболел член семьи и вы оформили больничный по уходу за больным родственником, то в данном случае ваш отпуск не переносится и не продлевается. Однако такая возможность может быть предусмотрена локальным нормативным актом работодателя.